аккумулятор, которому я не мог нарадоваться. Вот такой вот сдох после 4-го полета. Одна банка, 4-я. Просто выпала в осадок. После зарядки абсолютно не держит емкость. И на тестере таком ее не видно. Вот вы видите, ее не видно. Не видно. Первая банка 4.17, вторая 4.17, третья, ну, почти 4.17, четвертая нету. Будем искать. Если что, будем переделывать. Берем тестер. Вот там тестер. Переворачиваем на так, чтобы нам удобно было. Включаем тестер. Клинтон. Смотрим, что нам. Так. Да что ж ты. 12.28. 8.10. 3.92. Я не понял. Это вообще какой-то уже. Уже ток не показывает. Показывает сопротивление. Двенадцать 56. 8.38. 4.20. Сопротивление 0. Ну, в общем, банка закорочена. Надо переделывать из 4-баночного в 3-баночный. В общем, такие дела. Вот так вот. Выброшенные деньги. На такой вот классный аккумулятор. Не тяжелый. 120S. Вот. 1800 миллиампер. Воник. Ну вот. Очень жаль. Так. Пришлось переделать 4-баночный аккумулятор в 3-баночный. Вот такой получился. Заменил балансировочный разъем. Вот. Поменял, перепаял только плюсовой, убрал один провод, убрал банку одну, перепаял силовой, опять использую те же изоляционные материалы, которые были на нем, собрал 3-баночный.
Вот. Трехбаночный. Так, сейчас. Ну вот он. Опа-на. Плохой контакт. Это надо будет переделывать. Вот три банки все. Ну. Да, тут настораживает то, что плохой контакт. Это не есть хорошо. Это здесь у нас. Так что... Уберем. Ну все, в принципе, контакт есть. Так что хороший аккумулятор. Сборка меня поразила. Такой качественной сборки, такой качественной изоляции и пайки я в китайских аккумуляторах не видел. Очень жаль, конечно, что одна банка не выдержала испытаний. Посмотрим, как поработает этот. Ну, будем использовать его с другими дронами, с моторами на 920 кВ. Думаю, что он подойдет для плавной, спокойной, плавного, спокойного полета для аэросъемки. Ну, все.